Современная елка – это не просто лесной гость, которого можно выкопать, привезти и посадить. Нет, такая конструкция требует слаженной работы целой команды. И все ради того, чтобы радовать металлургов и дарить им новогоднее настроение. Зеленую красавицу около центральной проходной Висмы возвели еще в начале декабря. Украшает 8-метровый символ Нового года современная программируемая гирлянда из 12 нитей. Позаботились о новогоднем настроении коллег и специалисты в СМПО. Сказочно преображаются проходные предприятия, цехи и даже отдельные кабинеты. Праздник к нам приходит, его приближение уже чувствуется. Сегодня в корпорации выгружают сотни коробок. Что в них, вы, наверное, уже догадались. Корпоративные Деды Морозы приготовили подарки для детей сотрудников корпорации. Упаковка подарка, сумка, холодильник. Отличный аксессуар для маленьких путешественников. Внутри мягкая игрушка-дракон, который превращается в дорожную подушку. Набор для окрашивания в стиле тай-дай. С помощью уникальных красок и воображения ребята смогут создать уникальную футболку. Ну и какой же подарок? Без сладостей. В этом году подарки получат 10,5 тысяч детей сотрудников корпорации и дочерних организаций. Также в рамках новогодней благотворительной акции 641 подарочный комплект направится в детский дом и социально-реабилитационные центры Верхней и Нижней Салды. Евгений Шаров, Дмитрий Ким. Елена Шашкова, Данил Черных. Новости в СМПО «Висма».